Салют. Что, начнем? Как всегда, по стандарту 320. Машинкой пробегаем по шагрени. И потом начинаем выравнивать. Извините, отлучился чуть-чуть. Погнали. Что хотел сказать насчет этого крыла? Почему столько много шпаклевки и так далее там? То есть удар был получен сюда, это крыло было завалено. То есть его когда тянули, эта часть, видимо, туда пошла. И оно было делано уже. То есть я эту всю шпаклевку когда снял, здесь выпирало, и здесь вот такие вот бугры были. Поэтому пришлось, ну, положить эту шпаклевку. Иначе, ну, никак. То есть тут по идеалу надо было менять вообще крыло. А так как это молодого парнишки нашего работника машина, так тут подешевле, побыстрее и так далее. Что, ладно. Шкуримся.
кольчик профукал. Тоже плавно играет. И, как всегда, козырная колодочка. Козырная.
все слабее, слабее уже начинаем нажимать вообще легонечко так. Как всегда.
ничего не разбиралась, так как я говорил, это человек здесь работает, он разбирает машины, то есть он и разбирает машины, он и автослесарь. То есть, что снял он молдинг, здесь сказал мне, нафиг не надо. Все, сейчас обшкурим. Скотч-брайтом протянем там. Продолжаем, ставим подложечку 5 миллиметров, то есть мне больше нравится 5 миллиметров, чем 10, то есть сантиметровые, эти потоньше мне больше. Thank you.
Черного у нас герметика нету. Пройдем этим. Подсохнет. И прошкурим еще 600-точкой. И вообще пройдем по всему крылу. Вот такие вот макарчики. Сильно не нажимая, все кантики эти. Все уголочки. Так как здесь крыло уже было крашено, пришлось немного залезть сюда, вовнутрь, потому что был очень такой наплыв лака. Поэтому пришлось шкурить вот так вот. Здесь уже придется поролончик ложить. Давай. Здесь будем крыло красить до конца, так как здесь отличие было. Куда я продул ее? Лежит на видном месте. Thank you.
четко. Засвечивает солнце. Ну, тут видно, что все четко. Все, там уже переходы я не буду снимать. То есть ничего тут такого. 800-очка. Там по краям 800-очка. Все. Обклеиваемся, встречаемся в камере. Ну что, начнем обклеивать. Так, здесь я положил изоленту, скотч. То есть здесь вот такая фигня, то есть я под нее раз и положил. Мало ли промокнет. Здесь, как говорил, положим поролончик. Поролончик, поролончик. Не люблю этих поролонов. Почему-то, я не знаю. С ними, конечно, проще, но... Здесь засовываем под резиночку вот так.
позвонили мне, поэтому пришлось чуть отлучиться. Ну, протягиваем сейчас сюда. Немножко на краешек. Здесь побольше. Накинуть, в принципе, сюда бумагу, так как камера у нас занята. Поэтому здесь накинем, низ накинем, чтобы с целлофаном меньше было работать. Проводим немного ногтями туда за краешек этот, чтобы немного нам пространства там было. Накинем целлофанчик уже, и этого будет достаточно.
Давай еще закроем эти дырочки. Естественно, обклеить вот так вот скотчем красиво, то есть и не заморачиваться. Сейчас показываю, какой может быть вариант. Можно поролоном позатыкивать. Вот этот же маленький, надо увеличить. Все остальное уже в камере. Ну чё, накидываем целлофанчик. Здесь я еще наклеил бумажку, то есть уже не подключался. Thank you.
до сюда, короче, со Шкурина 800-кой. Здесь я прошел 30-ком 3000-ным вручную. Здесь пойдет наш самопыл. Не толстый слой, а просто пыльчик. Или можно тоненький-тоненький слойчик положить. То есть сильно роли не играет. На 3000-ке будет держаться.
здесь бампер снимался полностью до пластмассы, потому что он был серебряный, короче. Ну, на темной машине серебряный, потом отбивается, это очень некрасиво выглядит. И был он крашеный. Ну, надо было снять, короче. Ну, эти места, естественно, остались. А так полностью все снято было. Все низы, все. И это сейчас еще серебро осталось. Готовлю красочку и начинаем красить. Еще молдинг занесу. И все, и начинаем бомбить. Погнали!
все. Все четенько. Врубаем сушку. И будем уже лачить. Ну что, погнали. Все красивенько натянулось. Подача у меня. Видим меточку. Раз, два, три, четыре. Четыре оборота. Подача. Факел. Раз, два, два и четверть. Это получается намного медленнее, но слой получается у нас вообще гладкий-гладкий. То, что нам и надо на Audi. То есть шагрень минимально высокая будет, она будет низкая шагрень. Все, 10 минут выдержка. Ну что, варим второй слой.
А машину немножко вкрутим на полоборота. Пару минут подождем, пускай все натянется, и тогда подключимся. Посмотрим нашу гринечку. В первом слое почему-то выкинуло жировичков, на втором, ну, подлилось. Немножко, может, заметно, но вообще минимально. Все, всем спасибо, всем удачи. До новых встреч, пока.